Ксения увлечена чтением с раннего возраста. Книги для нее – это интересно и познавательно. Считает, что забывать литературу нельзя. Нужно читать для того, чтобы развиваться и растить умных, великих людей. Для меня вообще чтение – это другой мир, это абстракция. Потому что, когда ты читаешь, ты погружаешься в другой мир, в другую обстановку. Ты можешь уйти от проблем, ты можешь уйти от той же учебы, да, от того, что на тебя навалилось. Ты можешь найти свои чувства, эмоции в книге. То, как выразил автор, да, тебе это может понравиться. И, может быть, даже прочитав книгу, ты придешь в реальный мир и проблем не будет, потому что ты поймешь, как их решить. Девушка очень любит театр, обучается в студии «Индиго». Сцена и книги – это ее жизнь. На мероприятии Ксения представила свой чтецкий материал. Благодаря ему девушка попала на краевой конкурс и завоевала гран-при. И тут я увидела его. Мне вон тот, красненький. Горшочек был самый маленький, а цветок самый простой – как капелька огня, 4 лепестка. В последние годы количество людей, читающих, стремительно падает. Посредством интернета и молодежной культуры можно привлечь детей к чтению книги, утверждают участники круглого стола. Также важно возродить интерес детей к классике, которая воспитывает в человеке нравственность. У нас такая главная цель – выработать общую концепцию взаимодействия организаций, учреждений, которые занимаются поддержкой и продвижением чтения в нашем городе. Ведь чтение и читающий человек сегодня национальное достояние. Сотрудничество библиотек, школ с местными писателями и поэтами продолжится. И это поможет воспитанию молодого читателя 21 века.